Есть такие продукты на нашей кухне, которые можно быстро приготовить, они спасают, если нагрянули внезапные гости, или же у вас просто нет времени на долгую готовку, а кушать очень хочется. Для меня всегда спасительным кругом в такой ситуации является картофель, думаю, что для многих хозяек это тоже ключевой ингредиент, предлагаю узнать, как приготовить хрустящий картофель в духовке. Получаются такие толстенькие чипсы, я сделала всего на 2-3 порции, меняйте пропорции по своему усмотрению. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Сделайте соус, смешайте оливковое масло с розмарином, паприкой, солью и перцем, измельчите чеснок туда же. Картофель почистите, помойте и нарежьте кружочками. Вскипятите воду, готовьте в ней картофель около 3 минут. Затем слейте воду, а картофель хорошо перемешайте с соусом. Жду ваших лайков и комментариев. Запекайте блюдо при 200 градусах в течение 20 минут. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Картофель 4 штуки. Растительное масло 5 столовые ложек. Розмарин 1 чайная ложка. Паприка 1 чайная ложка. Чеснок 3-4 зубчиков. Соль по вкусу. Черный молотый перец по вкусу. Количество порций 2-3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До свидания.